Сообщение о пожаре поступило одесским спасателям в 8:30. Уже через 7 минут первые пожарные подразделения были на месте происшествия. Огонь охватил 150 квадратных метров мансарды здания. По предварительным данным, пострадали 3 человека. Их доставили в больницу. В данный момент возгорание ликвидировано. Причину пожара будут выяснять специалисты. Пожар был в клубе «Огни» на втором этаже. Ну, по факту он третий. Пожары удалось затушить. Полиция помогала спецтехнике добраться к месту. А что именно горело? Там ночной клуб. Еще раз? Ночной клуб. Нет. Первый этаж — это здесь мойка и СТО. Не заделали. То есть только ночной клуб. А когда начался пожар? Около 9 утра. В клубе никого не было, да? Да, в клубе никого не было. Там на третьем этаже игровой клуб, игровые приставки, там находились трое человек. Они как бы немного пострадали, мы вызвали скорую помощь, им оказали медицинскую помощь. Место было вызвано наряд скорой помощи, мы оказали. Пострадавших нет. Да, но одного уже пострадавших нет. На данный момент пожары предотвращен.